И люди кричали, народ его встречал, как царя. И люди кричали: «Осанна, Осанна, Вышний Господу на высоте». И эти же люди через неделю кричали: «Распни его». Да? Вот это евангельский парадокс или исторический факт, как люди могут сперва превознести, и потом тут же «убей его, убей». Но все равно мы сегодня будем праздновать, потому что Иисус именно для этого пришел на эту землю, для того, чтобы уступиться за нас, и чтобы принять на себя грехи всего человечества. Давайте коротко помолимся. Господь, мы призываем Тебя, наше собрание, потому что, Господь, без Тебя мы ничто, без Тебя мы ничего не можем, без Тебя мы можем только суетиться. Без Тебя мы можем делать какие-то бесполезные вещи, пытаться что-то произвести, Господь, очень на этой земле, но все это бессмысленно и бесполезно. Только в Тебе, Господь, только через Тебя и только Тобой, Господь, мы можем творить или что-то созидать, что-то осмысленное, Господь, что-то сознательное, что-то полезное, Господь, Отец, что-то в Господе, что-то благодаря Богу, что-то Бог может говорить через нас или хочешь через нас сделать. Спасибо Тебе, Господь, за это, за то, что Ты предоставил нам эту возможность перехода, войти во святая святых Богу, иметь общение с нашим небесным и самым любящим Отцом. Спасибо Тебе. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Если согласны, скажите «Аминь». А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. 2 Коринфянам 5:15. Всех начальств и всех властей, превыше всех творений и природы всей, превыше мудрости и всех людских путей, от начала сущий царь царей, превыше всех чинов. Пред миром обнажен на кресте.